Шахтеры Интера преодолели новый маршрут на велосипедах. В прошлом году мужчины покорили Мексиканский залив. На этот раз путешествие стартовало в Новосибирске. Мужчины доехали до Алтая, а финишировали в Монголии. На то, чтобы проехать на велосипедах 2800 километров, у северных путешественников ушло 22 дня. Впечатления от поездки моря. Местные жители оказались гостеприимными и добрыми. Шахтеры ночевали в юртах, ели мясо, приготовленное по национальным рецептам. Сегодня путешественники думают о маршруте на следующий год.